Мы на втором месте. Могла бы Николай Власов оторвался. О! Пердяк, так есть у меня. Давайте. Евгений Шувалов. Поехали. Гельман играет, как обычно, свою цитляночку. Давай, ладно. Кем съесть там? Давай ферзём попробуем съесть. Ферзём. Немножко спровоцировать его на ход конь c6. Ферзём. Да, провокация удалась. Конь вышел на c6. Ну что ж, давай пока развиваться. Слона на большую диагональ. Он ежика строит, да? Ну, отлично, пусть строит ежей сколько хочет. Поставлю пока вот так. А, b5. Как ни в чем не бывало. Ну, давай, ладно, даже побьем. И сыграю h4. В принципе, я позволяю Гильману занять центр ходом d5. Наверное, это не лучшее решение. Но зато поле b5 у меня где-то будет. Ставит. Или не будет, да? Говорит, что не будет. У меня поле d5. Плотно ну и ладно. Ставит. Не будет, не надо. Приложу мы ничью. Ничейка. Ну зачем мне ничейку? Давай играть. Не хочет. Никаких ничьих. Давай по линии Б, вроде бы открытая линия, надо бороться. Ничью он не хочет. Ну, конечно, не получил абсолютно никакого перевеса по дебютам. Но зато позиция, видимо, Гильману не нравится. Коня на просто не хочет что ли играть. Хочет? Но мы-то на Е4 поставим. Давайте пока форточка. Угу. Давайте уведем пешку из-под боя. Сюда. Сюда. Дальше где-то слон F1, возможно. И буду за поле B5 бороться. Давайте пока. Так, попробуем. Заманить Гельмана в скучные позиции. А я же на D5, по-моему, взял. Куда проходит? По-моему, проходит. Потом взятие на A5. Ой, это пицца. Или там ферзь d8. Ну ладно, давай бьем. А, я не вижу пока опровержения. Зеваю! Твою идеть. Забили здесь. Зеваю, блин. Так, размена ищет, да? А ну, он что же я так зеваю? Ну давай разменяемся здесь и пойдем так вот. Напали сюда и напали на этот ход. Но есть, правда, такой вот у него. Айстурс, я его немножко не учел. Ай, твою тут мать. Ферзь выходит на f6, и тут связка. Еще сюда. Связка неприятная. Да, находит. Находит Гильман. А что делать там? Как защищаться от этого дела? Так, что ли, сыграть? Он побьет коня, я побью слона. Ладья там залезет на первый. Я закрою слоном. Блин, ну опасно. Ну зеваю, блин. Ну как конь еще? Опять. Нельзя глупейший ход. Ну просто... F4, как кошмар, а не ход. Важнейшая F4. Партия, F4. Твою идите, а! Он бьет пешку просто на E3. Я играю так и не могу. Ладья D1, что ли, реально сыграть? Давайте, ладно, ладья D1, а если нападел на ладью, ладно, то что? Ладно, задумался, мы подвязали его немного. Там D7, что ли, какой-то будет? Блин, сложно, ладно, давай так. Мы его подвязали немного. Долго думал. Так, а мы разве не немножко продавим его там где-нибудь? Немножко погорячился с прыжком коня на E5. А или он возьмет... Забрал. Давай, шах, я закрываюсь. Так. Ну вот опасно немножко стоит моя фигура. Бах! Немножко это... Ой-ой-ой! Бах! Ферзя! Выигрывает! Бах! Да блин! Да что такое?
Вот это, конечно, тактика. Вот это я понимаю. Нападает на ладью. Главное не зевнуть ее где-нибудь на каком-нибудь двойном шахе. Все, сдался, ребят. Победа! Ой, блин. Повезло. Тактикус. Да, переиграл меня, конечно, тактикус. Полностью. Ну как, и еще раз тактикус. Уколы его все, стороны. Эта победа обеспечивает нам четверку. Получилось красиво, да.